Самым высоким человеком на планете в настоящее время, согласно книге рекордов Гиннесса, является турок Султан Кёсен, бывший баскетболист. Однако от спорта ему пришлось отказаться, поскольку у него начались проблемы с ногами. Его рост 2 метра 51 сантиметр. Титул самого высокого человека на планете перешел к Султану в 2014 году, после смерти украинца Леонида Статника, чей рост составлял 2 метра 57 сантиметра. Султан родился 10 декабря 1982 года в Турции. В настоящее время работает фермером. Поскольку Кёсену крайне трудно передвигаться самостоятельно, он пользуется костылями. Сегодня он живет с родителями, рост которых вполне нормальный для их возраста. Сам Султан утверждает, что в высоком росте есть свои плюсы. Например, он с легкостью может поменять лампочку в люстре или без проблем достает до верхушек деревьев в саду своего отца, когда требуется снять с них плоды. Но и минусов немало. Так великан постоянно испытывает проблемы с ногами, поскольку на них оказывается существенная нагрузка. Ему трудно подобрать одежду и обувь, которая у него 62 размера, а в автомобиле гигант практически никогда не помещается, слишком уж он велик. Интересно, что до последнего времени Султан продолжал расти, однако в 2010 году ему была назначена особая терапия, благодаря которой появилась возможность контролировать уровень гормонов великана и приостановить рост. Вот уже в течение нескольких лет Кёсен не растет вообще. Если говорить о самых высоких людях в истории, то почетное первое место в этом списке уверенно занимает великан Роберт Першинг Удлоу, который появился на свет в 1918 году. Столь большие размеры парня – это результат развития редкой опухоли гипофиза, которая вызвала постоянный рост организма. В момент смерти Роберт Першинг имел рост 2 метра 72 сантиметра, а вес мужчины составлял 199 кг. Таким образом, его рост был на 15 сантиметров больше роста Леонида Статника из Украины и на 21 сантиметр больше роста Султана Кёсена из Турции. В нашем мире много интересного. Хочешь знать больше о нем? Тогда подпишись на наш канал «С миру по факту», а также посмотри 2 наших прошлых видео о самых ужасных и отвратительных блюдах мира и о сильнейшем цунами, который недавно произошел в Японии.